Следующая остановка – 2-я Владимирская улица. Не успел. А ты уже снимаешь? Ага. О, оторвалась. От рюкзака оторвала. Улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – кинотеатр «Слава». В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Театр «Слава». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – главная аллея. По требованию. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Аллея. По требованию. Осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Лиханова. Пожалуйста, при входе приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки.
Тихонова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро «Шоссе энтузиастов». Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Шоссе энтузиастов. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – МЦК «Шоссе энтузиастов». В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Буденного. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Буракова.
Следующая остановка – ДК «Компрессор». Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро «Авиамоторная». Авиамоторная. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро «Авиамоторная». Пожалуйста, при входе приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо, приятной поездки. Авиамоторная. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Тушинская улица. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Старообрядческая улица. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – МЦД «Москва-Товарная». По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро Площадь Ильича. Выход к метро Римская. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Площадь Ильича. Выход к метро Римская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Библиотечная улица. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов. Обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Библиотечная улица. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – музей «Московский транспорт». Московский транспорт. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Абельмаровская застава. Абельмаровская застава. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – кинотеатр «Победа», детский театр.
Кинотеатр Победы. Детский театр. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро Пролетарская. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Пролетарская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Динамовская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Новоспасский мост. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Thank you.
Спасский мост. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Кожевническая улица. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзерами. Берегите себя и окружающих пассажиров. Кожевническая улица. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Павелецкий вокзал. Выход к метро Павелецкая. Пожалуйста, при входе приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо, приятной поездки. Павелецкий вокзал. Выход к метро Павелецкая. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Зацепская площадь. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта.
Царская площадь. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Стремянный переулок. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома.
имени Владимира Ильича. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 1 Павловский переулок, 4 городская больница.
Данилевский рынок. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Хавская улица. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из транспорта. Следующая остановка – Третья Рощинская улица. Осторожно, двери
линии закрываются. Следующая остановка – Духовской переулок, Даниловское кладбище. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – спортивная школа Тринта. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Следующая остановка – больница имени Алексеева. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Севастопольский проспект, дом 1. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка –
Загородное шоссе. Выход МЦК Крымская. Следующая остановка – улица Шверника. Шверника. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Винокурова. Следующая остановка – улица Дмитрия Ульянова, музей героев.
Кирьянова, музей героев. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Черемушки, конечная.